Начнем. Прежде всего, хотелось мне рассказать, я вам рассказывал о том, что ко мне обратился человек, у которого было обострение подагры, как ему сказали, повышенная температура, шишки горячие, эти подагрические узлы, все это там надуто, воспалено. Я посмотрел на него, сказал, что у него, особенно когда посмотрел на язык, что у него сильнейший кандидоз, что все это делают грибки воспаления, и порекомендовал, вернее сказал так, если я мыслю правильно, то пей соду пищевую, и она поможет. Больше ничего ему не рекомендовал. Питание он уже давным-давно изменил. И вот прошло примерно где-то дней 5. Он почему-то не звонил. Но сегодня так сложилось, что был у знакомых, и вернее у того знакомого, который порекомендовал меня, чтобы я связался с этим мужчиной. Вот, он ему позвонил, спрашивает, ну как там дела? А он говорит, вы знаете, сегодня-завтра там схожу к врачу, чувствую себя хорошо, и скорее всего меня выпишут уже. Температура спала, язык очистился, чувствую себя очень хорошо. То есть это говорит о том, что мы попали туда, куда надо. То есть первопричину, которая вызывает вот эти все изменения последующие. Повторяюсь. Вот говорят подагра. Меняем питание. То есть подагра считается, что она возникает от того, что человек использует в своем питании слишком много продуктов белкового происхождения, животных продуктов, да и растительных. И все это ведет к тому, что возникают соли мочевой кислоты, которые начинают откладываться в суставах, и все это пошло. То есть, если простым образом поменять питание, значит, солей будет образовываться меньше, подагра идет на убыль. Логика, да, ясна. И вроде так и должно быть. Если же мы все это убрали, а подагра не проходит, шишки дуются, какие-то они странные, и плюс в дополнение я вижу, я специально сравнил фотографии из интернета людей, которые страдают подагрой, их конечности, и практически у всех был на ногтях грибок. И поэтому я говорю, все начинается с грибка, а дальше пошло-поехало. Что-то поддерживает. И вот как раз это что-то в данном случае, это грибок кандида, на который надавили с помощью соды, и он только сразу же стал сдаваться. Человек почувствовал облегчение. Другой случай подагры. Этот же человек, к которому я сегодня ездил, он позвонил своему знакомому, у которого была подагра, и спрашивает, у тебя был грибок? Он говорит, не было ни лишаем, ни грибков, ничего не было. И просто говорит, вот есть надо меньше мясного. Я стал есть мясного меньше. Использовал лекарства, которые как раз вот эти вот все мочевую кислоту там выводят или что там с ней делают. И говорит, стал здоров. То есть два разных подхода, можно так сказать. Истинная подагра. Это та, когда человек переедает продукты с большим содержанием белка, животного, растительного происхождения, неважно. Это все ведет к тому, что образуются кристаллы мочевой кислоты. Это одно. Здесь подход простой. Первое, исключаем из питания или уменьшаем намного белковую составляющую и сразу же чувствуем облегчение.
Если еще добавляется лекарство, то вообще она исчезает. И вторая подагра, это когда мы и применяем лекарство, и применяем диету, а шишки как были, так и остаются. И более того, как вот говорила, я слушал интервью Юлии Началовой, что у меня подагра мигрирующая. То там разболится, то там, то там, то там. То есть грибок бегает то сюда, то туда. И вызывает то там воспаление. И именно на него надо подействовать для того, чтобы произошло излечение. Если это не делается, то все усилия становятся напрасными и болезнь прогрессирует. Так что я спешу вам сказать хорошую весть. Это то, что если есть грибки на ногтях, значит, этот вид подагры вызван грибком. И применяя, значит, противогрибковые средства, мы добиваемся того, что начинается общее оздоровление организма, исчезновение симптомов вот такой вот подагры. Это первое. Второе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!